Ребята, всем привет, с вами Александр, мы в гостевом аккаунте, и мы продолжаем тему нашего нового тиранозавра, Ярость мод 2, в общем-то, вот у нас тут есть Т-рекс, давайте заглянем сначала к обычному, нашему рексу, вот так вот, обычный выглядит тоже довольно прикольно на первом уровне, мне он даже больше всего нравится вот в таком, наверное, варианте, на 20-м у нас он какой-то тигровый становится. Здесь такой вот яркий, ну, а это вообще уже такой чисто выдуманный вариант, да? И показатель у нас 1600 на 612. А вот наш, собственно говоря, новый Рекс. Выглядит он, да, еще прикольнее раскрасочка. Теперь давайте посмотрим на его все остальные варианты. Ну, тоже довольно неплохо. Ну, такое себе. И вот, ну, очень уж больно он похож на того варианта, реальная разница практически в раскраске, ну, чуть шипы, по-моему, поменьше. И показатели 200 на 445, то есть, как бы, убрали 200 силы удара и добавили 400, даже 500 к здоровью. Ну, как я и говорил на канале Jurassic World.ru, в который выходил у нас там пару дней назад обзор, на этого парнишку, что говорю, не вижу смысла в нем. Его должны были сделать генетически улучшенным, супер-мега-сильным тиранозавром, который реально мог бы тягаться с Индоминусом хотя бы по характеристикам. Такие дела, давайте сейчас тут прочитаем то, что мы не прочитали, это мы читали. Тиранозавр мод 2 может быстро заглатывать добычи, а если его челюстей хватает, чтобы запустить кусок мяса... сил, ё-моё, 45-40 килограмм, с весом 45 килограмм на 40 метров вверх, да, он может так забросить, интересно, кто придумал так проверять его силу. Тиранозавр предпочитает охотиться в пустынных каменистых областях, это какая-то глупость, как это тиранозавр, ну, разве, на кого он охотится, на более мелкую добычу он ее не догонит все-таки. Что, за уроподов там в пустынях вылавливать? Тоже как-то странно. Так, у тиранозавра мод 2 ни разу не было обнаружено сломанных зубов. Прочность его зубов, зубной эмали, просто поразительна. Это уже интересно. Но я думаю, у них все равно они отрастали. Думаю, даже сломанные зубы. Вот так вот. Так, ну что? Хотя нет, вообще, наверное, одинаковые шипы. Честно, кто-то посчитал количество шипов? Да, одинаковые, просто разные скины. Так, ну чё, ладно, давайте пойдем куда-нибудь пободаемся. Так. Только обычный. Любое животное гибрид. Так, а что у нас здесь? А давайте сюда сходим двумя рексами. Как вам такое? Так, я тут освобожу, вдруг пригодятся. Это не мой аккаунт, так что здесь ресурсы unlimited. Так. Вот Индоминус, гаденыш. Давайте Индоминуса последним поставим. Литронокса, кстати, давайте Литронокса поставим первым. Потом поставим Рекса. Хотя, наверное, даже неправильно. А Литронокса последним надо ставить. Он самый мощный по укусу. Так, ну давайте пойдем сразимся. Вот так, с Омегой. У нас будет на арене по факту 4 тиранозавра. Так, ну вот сделали бы лучше его уже вот таким вот, как Альфа. Альфа мне по раскраске больше нравится. Так, ну мы тут не будем пытаться какие-то рекорды ставить, нам это не интересно. Мы просто смотрим, испытываем в бою. Ам-нам-нам.
Да, альфочка. Альфочка красавчик. У нас, я так понимаю, на каждый Хэллоуин, да, битва с альфой происходит. Раз в году, что ли? Статуэточку я получил. Ну, как и всех, кто сражался хоть раз. Так, вот появился наш новый Рекс. Давайте в волшебство поиграем. Магическое число 3 сможет ли нам помочь? Так, давай раз, два, три и раз, два, три. Так, что-то не пойму, работает оно или нет. Он должен нас атаковать на 3. Может, что-то пофиксили уже? Ну, походу, да. Походу, пофиксили. Но не смог он пробить, ха-ха-ха. Ладно, давайте полностью пробиваем его. Такая у нас битва 4 тираннозавров. А потом пойдем еще посажаемся на обычной арене. Так, вылет Литронокс, тот же тираннозавр, только более древний. Можете в комментариях написать, какой вам тираннозавр нравится больше, старый или мод 2. Ну, наверное, большинство выберут мод 2. А можно, в принципе, и за Литронокса проголосовать. Кстати, надо голосовалочку сделать. Ну, альфа красавчик. Так. Так, чё, куда идём? Идём в обычную ПВП. Рубиловку. И тут возьмем 2 Рекса. Литронокса брать не будем. Так, ну а по центру нам нужен кто? Птерозавр. Все правильно. Классику возьмем. Давайте Диморфодона. Ну да, у нас обычный легендарный Рекс. Ничем не выделяется. Ну, чуть-чуть морда выглядит по-другому. Либо так нарисована. Более какая-то тупая, что ли. Короткая. Ну ничего себе, какой крепкий парень нам попался. Ну он тут самый сильный, да, такой? Один. Так, у него был один. Он его перенес. Ну мы выживем. Так, блин, ну... Насобирал, ну давай посмотрим. Если он сейчас их всех сольет, то будет классно. Все очки. Пять на 4, ну не по приколу получилось. Хотелось бы по-другому. Он, блин, реально жирный какой-то. Блин, пришлось целых 4 балла потратить. И то еще повезло.
Там еще было бы еще и шести не, пяти не хватало бы. Но это, кстати, меня пробьет за 4, смотрите. Нет? Ладно. Битва птерозавров. Ну, наверное, эти два остальные... А, ну, несмотря на те, там тоже слабые, походу. Отлично. Точно в яблочко. Да, Супрано Титан слабак. Его съест наш Рекс. Ну, насколько ты будешь... Ну, все семь. Блин, на Годзиллу похож, на Шин-Годзиллу. Супрано Титан только жирный. Два балла у него осталось. Ну и пробиваем. Молодец. Так, ну и напоследок, да, взглянем на него, так сказать. Пусть порычит. Давай. Молодец. Ну, на этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.